Ну вот, мы запустили. Сразу покажу. Здесь все целенькое, чистое, сухое. Все гидролинии сухие. Цилиндры все целенькие в идеале. Ну, очень мало он работал, поэтому все в принципе в очень хорошем состоянии. Рама. Здесь цилиндр также весь сухой, целый. Как бы без нареканий. Здесь, соответственно, так же. Сейчас будем выгонять. Мотор. Все сухо открывается, закрывается без проблем. Все, поехали. Ну, собственно, все спокойненько ездит. Поворотная рама, вот о чем я говорил. Также цилиндрики все в идеале. Так вот она функционирует. Видим. Все так же сухо, все хорошо. Кайфонг CTX910, напомню, фронтальный погрузчик, поворотная рама. Такое вот состояние. Поедем сейчас парковать на место. Запустился без проблем, опять же, все легко. То есть состояние действительно очень хорошее у техники. Практически она не работала. Всего доброго, прекрасавка.